Что делать с дедом? С дедом? Перевести его в режим сырые дня, чтобы он хотя бы вместо три покушал сырой пищи и понял вред конфет и больше никогда. Никому не дарил конфет, а дарил мед, курагу, чернослив, изюм, финики, инжир. Можно дед тоже дарить? Конфеты вредны, разрушают опорно-двигательную систему, кости, связки, сухожилия. Вот мой совет. В новом году тебе, милый мой, желаю тебе всего самого доброго и быть нужным, полезным людям России, родине, цивилизации.